А в день Великой Победы по улицам Ярославля вновь пройдет бессмертный полк. Ожидается, что в этом году в акции примут участие около 4000 человек. Это почти в 3 раза больше, чем в прошлом году. Начало построения колонны бессмертного полка 9 мая в 10 утра в Волжском сквере у памятника Некрасову. От него участники шествия пройдут к Советской площади, оттуда к Вечному огню для возложения цветов. Для участия в акции нужен штендер с фотографией и именем фронтовика, либо логотипом бессмертного полка. Изготовить транспарант можно у партнеров акции, рекламных агентствах за собственный счет или сделать его своими руками. Все подробности можно узнать на сайте Управления по молодежной политике мэрии Ярославля и на официальных ресурсах в соцсетях.